На этой прекрасной ноте я заканчиваю. Ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем счастливого Рождества, мира и добра вам, вашим семьям и всем-всем людям планеты. Друзья, всех поздравляю с праздником, с сочельником. Завтра Рождество. Всем мира и добра. А мы с вами на ярмарке. На ярмарке. С 22 декабря по 7 ноября, января, Татьяна Навка. Вечера на хуторе близ Диканки. Кто был? Карамельные дела. Как всегда, палатки с сувенирами, Суздаль, янтарь. Дальше что там еще? Перекусить. Печка русская. Народу очень много. Сегодня 6 января 2024 года. Знакомый Дед Мороз и Снегурка. Раньше они стояли при входе на ярмарку. А теперь вот такие сани поставили. Фотозона. Народ гуляет. Горячие напитки. Самовар. Ну, в принципе, новенького-то ничего. Все как всегда. Матрешкин дом, Эльбрус. Ой, может, себе варежки какие приглядеть тепленькие, а то холодно. В основном очереди за жрачкой. Здесь у нас что? Русские традиции. Гобелены. Сегодня сразу. Сумочки из гобелена. Наволочки. Да. Народу очень много. Ну да, москвичи, гости столицы. Я не думаю, что здесь в основном, конечно, гости столицы. Дракоши. Валенки. Только что-то валенок-то я особо не наблюдаю. Только детские вот такие валеночки. И что я хочу сказать? Очень скользкая брусчатка. Чернобурка. Красота. Первый канал отсюда сейчас ведет свои передачи. А знаете, о чем я думаю в такие минуты? Все такие веселые, радостные, сытые. В тепле встречали Новый год. Завтра Рождество, а наши ребята в холодных окопах. Их мы можем поддержать только теплыми словами и пожелать им всего самого доброго, хорошего, остаться живыми, вернуться домой к своим матерям, женам, в свои семьи. Что-то очень много народу. Жареные каштаны в таком паровозике. Очередь на гум-каток, между прочим. По другую сторону катка тоже еще палаточки сувенирные. Пятигорская бронза. Ой, я помню эту палаточку. Она была и в прошлом году, и в позапрошлом. Здесь вообще рай для коллекционеров. Боевая техника. Пушки. Что-то здесь готовят вкусненькое, пахнет ванилью, такой запах. Очередь за осетинскими пирогами,
и за блинами. Вот еще. Народу, и мы, дураки, приперлись. Для безопасности, чтобы пройти на Красную площадь, нужно пройти через турникеты. Ой, ну тут вообще, конечно, все горит, все светится. Но я хочу сказать, что народу, конечно, много, но не настолько, как было несколько лет назад, когда просто вся толпа шла стеной. Все в красоте, все в огнях. Но это уже как традиция посещения новогодних мест. Рождественская почта. Тут вообще как-то по тематике какой-то все устроено, между прочим. Но много народу, сейчас уже вечер. Это днем надо разбираться. Москва современная. Путешествие в Рождество. Сегодня выпал снег, мороз стал немножко помягче. Какие елки красивые. Обалдеть. Москва помогает. В общем, короче, так, что там? Счастливого путешествия. Так, обойдем немножко, посмотрим. А, короче, вот то, что мы сейчас прошли, это Москва современная, а вот это вот уже Москва купеческая. Пойдем посмотрим. Сувениры. Да. Вот такая тут красотень и такая только народу. Мясо на вертеле. Красиво все оформлено. Еще сейчас припорошило снежком. Просто красота. Фотозоны. Ой, ну народ везде просто. Лавка купеческая. Так, а здесь Москва дворянская. Было до праздников на эту ярмарку попасть. Я приезжала перед Новым годом, но еще не было ярмарки. Ярмарка дворянская. Так, дальше у нас что? Амбар. Вот. Вкусная горячая еда. Очередные карусельки. В общем, вся Манежная, площадь Революции, вся в новогодних инсталляциях. Все светится, все красиво. Ватные игрушки. Вот такие карапузы. Слушайте, какая прелесть. Вы только посмотрите. Ой-ой-ой, и ватный Дед Мороз, и Снегурка. Ой-ой-ой. А посмотрите, снег идет и идет. Уже вон как елочки припорошил. Но здесь просто даже не протиснуть, сколько народа. Да.
Вот хороший вид, на ней цветы даже зимой распускаются. Чудеса какие, да? В общем, так, примерно я вам все показала. Всю эту новогоднюю красоту. Сегодня заснеженную. Направляемся к Большому театру. И посмотрите, какая толпа людей идет на Красную площадь, на Манежную, на площадь Революции. Новогодняя елка и новогодняя инсталляция у Большого театра. По ту сторону тоже елка. Но народу это какой-то кошмар, конечно. Приехали, называется. И все это я показываю для тех, кто не может приехать на новогодние праздники в Москву. Одна большая фотозона. А там смотрите, какая красота. Пойдемте посмотрим. Ой, что-то тут еще, наверное, будет происходить. Это красота, между прочим, от Инго Страха. И Метрополь, красавец. Ёлка на Лубянке там вдалеке. Пойдем на автобус.